Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте! В студии находится Умар Тикеев. Коротко о некоторых темах. Новый корпус поликлиники Черкесска будет обслуживать порядка 22 тысяч человек. В этом году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий республики. Трое жителей Карачаево-Черкесии предстанут перед судом по делу о тройном убийстве. И школьники из Черкесска принимают участие в полуфинале Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Далее об этих и других темах подробнее. 17 февраля в Черкесске пройдет мероприятие «Эффективная занятость» с участием представителей вузов и СУЗов Карачаево-Черкесии. Его участники обсудят вопросы эффективного взаимодействия со специалистами, работающими в сфере молодежной политики, создания механизма реализации плана работы регионального министерства по делам молодежи. Кроме того, участники мероприятия рассмотрят программу развития молодежи республики. Спикером выступит заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов. Мы собираем ответственных за работу со студентами из учебных заведений, с тем, чтобы с ними, с одной стороны, пройтись по проблемам студентов, а с другой стороны, выработать механизмы совместного взаимодействия, при которых мы могли бы попробовать с этими проблемами поработать, найти решение и уже в дальнейшем коммуницировать на таком уровне, при котором решение таких проблем возможно. Очень рассчитываем, что со всех учебных заведений к нам придут участники. Письма мы уже разослали. И в итоге, помимо всего прочего, также хотим оповестить их о той деятельности, которую планируем на этот год, рассказать им о возможностях, которые есть как у них, так и у их подопечных, у студентов, с тем, чтобы они также, ориентируясь в направлениях молодежной политики, могли для себя выстраивать маршруты, треки по включению и вовлечению своих ребят в деятельность, которая предполагается с точки зрения вовлечения в молодежную политику. В этом году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий. В 16 муниципалитетах республики будут установлены детские, игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также уличное освещение, лавочки и урны. Общественные территории будут благоустроены в Черкесске, это каскадная лестница на спуске в парк культуры и отдыха «Зеленый остров», Карачаевский, аллея по улице Мира, а также Усть-Джугуте, Приградненской, Медногорском, Эркин-Юрте, Апсуа, Хабези, Инжичукуни и Псыже. Одна из таких 12 общественных территорий – это Центральный парк в Усть-Джугуте, победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Еще один победитель в таком же конкурсе – парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Карачаевске, откроется уже в мае этого года. Всего же в нашей республике до конца 2024 года будут благоустроены порядка 500 дворов и 150 общественных территорий по проекту формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Новый корпус поликлиники Черкесска будет обслуживать порядка 22 тысяч человек. Здесь предусмотрены все необходимые узкие специалисты. По словам главного врача Черкесской городской поликлиники Зураба Гогушева, плановая помощь жителям республиканской столицы будет оказываться в кратчайшее время. На третьем этаже нового корпуса находится отделение медицинской реабилитации, где пациенты смогут пройти целый ряд процедур. Имеется также компьютерный томограф и дневной стационар на 16 коек. В отделении проводят массаж, лазеротерапию, капельное введение препаратов и многое другое. В текущем году поликлиника получит большое количество нового современного высокотехнологичного оборудования. Благотворительный фонд созидания на средства гранта Фонда культурных инициатив реализовал проект «Страницы века» к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Он направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов республики путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Фильм – настоящая видеокнига, охватывающая целый век от образования библиотеки до ее нынешней жизни. К слову, именно сотрудники учреждения стали первыми зрителями фильма. Об этом рассказали руководитель проекта «Страницы века» Ася Байрамукова и продюсер Мурат Хутов.
Идея создания такого фильма к нам с Муратом пришла в процессе обсуждения столетия Республиканской национальной библиотеки имени Халимат Башчины Байрамуковой. И когда мы начали искать информацию об этой библиотеке, мы обнаружили, что оказывается в интернете очень мало каких-то данных, материалов, и тем более нет чего-то такого, что вот объединяло бы все эти вот небольшие отрывки об истории развития библиотеки. И вот таким образом пришла идея в голову создать фильм. Во время работы над фильмом было интересно знакомиться с сотрудниками библиотеки, и ты видишь их с другой стороны, и видишь, что не просто эта библиотека какой-то особый мир, но у каждого сотрудника, у каждого отдела свой мир, свое видение, своя история, и очень много историй они и личных рассказывали, что некоторые тут и комсомольские свадьбы устраивали, некоторые с детских времен связаны там с библиотекой. В общем, очень интересно. Школьники из Черкесска Марк Дорохин из 7-й школы и Мурат Бабоев из гимназии номер 9 Черкесска представляют нашу республику в полуфинале Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Съемки проходят на этой неделе в Останкино. Полуфиналистам, в частности, предстоит продемонстрировать свои знания о жизни и творчестве Александра Островского. Учащиеся 11 классов, победители региональной олимпиады «Умники и умницы» Карачаева-Черкесии в ноябре прошлого года успешно выступили в четвертьфинале. Дорохин завоевал 4 ордена и 1 медаль, Бабоев – 2 ордена и 1 медаль. В Карачаево-Черкесии стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». 12 учителей и победителей муниципальных этапов конкурса покажут свое профессиональное мастерство в конкурсных испытаниях первого тура «Урок и методическая мастерская», которые проходят в эти дни на базе гимназии номер 16. Информацию комментирует заместитель министра образования и науки Фатима Бекежева. Участники в стенах гимназии номер 16 будут демонстрировать свои лучшие уроки. После этого жюри также будет оценивать педагогическое мастерство каждого учителя. Эти два этапа будут проходить в стенах гимназии номер 16 три дня. После этого будут подведены итоги и торжественное объявление победителя. Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из регионального управления ФСБ задержали 2 мужчин, подозреваемых в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции. Во время обследования снятого злоумышленниками дома, а также из 5 небольших универмагов, полицейские изъяли более 4000 бутылок немаркированной водки. Подробности сообщил следователь Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесии по расследованию организованной преступной деятельности Тимур Чагаров. В результате проведения обысковых мероприятий на территории различных торговых точек и помещений, расположенных в Карачаево-Черкесской республике, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 4206 бутылок алкогольной и спиртосодержащей немаркированной продукции. Согласно предоставленным Министерством промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской Республики информации, стоимость изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции составила более 2 900 000 рублей. В настоящее время органам предварительного следствия ведутся процессуальные и разные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов уголовного дела к иным аналогичным фактам, совершенным на территории нашей республики. Трое жителей Карачаева-Черкесии, в том числе действующий депутат парламента республики Марат Кумуков, предстанут перед судом по делу о тройном убийстве, совершенном еще в 2004 году, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. По данным следствия, в ходе расследования установлены 7 жителей нашей республики, причастных к убийствам 3 местных жителей, совершенных на территории Кабардино-Балкарии. Среди обвиняемых, кроме парламентария, Дауд Тимерлиев и Хасан Хубиев, которые в настоящее время отбывают наказание за совершение ряда других особо важных преступлений и приговорены к 19 и 20 годам лишения свободы соответственно. 2 соучастников, Наурус Черкасов и Аслан Глуов, погибли в 2013 году. Еще 2, Артур Тибуев и Али Батчаев, в настоящее время находятся в международном розыске. Фигурантом дела инкриминируется 105-я статья Уголовного кодекса России, то есть
есть убийство двух и более лиц, совершенное в составе организованной группы, сопряженной с бандитизмом. Отмечается, что в ходе предварительного следствия Кумуков, Темирлиев и Хубиев признали вину. Карачаевский районный суд рассмотрит дело 56-летней местной жительницы, которой вменяют мошенничество, служебный подлог и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, женщина занимала кресло директора школы одного из сельских поселений Карачаевского муниципального образования. Фиктивно устраивала на работу граждан. То есть они по факту не работали, но зарплату получали. В результате районному бюджету был нанесен ущерб в размере 2 300 000 рублей. Внимание, переезд. Под таким названием на железнодорожных переездах республиканской столицы прошла профилактическая акция по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Ее провели сотрудники Армавирской дистанции пути компании РЖД совместно с инспекторами ГИБДД. Комментирует информацию инженер Армавирской дистанции пути Александр Дюбкин. Мы на постоянной основе проводим такие мероприятия. Из сложившейся ситуации можно понять, вот, допустим, уже по состоянию на 1 февраля 2023 года только в Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 2 человек. За аналогичный период прошлого года допущено всего лишь 1 дорожно-транспортное происшествие, в которых тоже пострадало 2 человека. В Черкесске вывели из системы электронной сертификации «Меркурий» 3 тонны курятины, чтобы скрыть подозрительные операции. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа данных системы «Меркурий» выявлены подозрительные операции с 3 тоннами филе цыпленка-бройлера на территории Карачаева Черкесской Республики. Установлено, что ООО «Альянс» из Черкесска поступила продукция филе птицы в объеме 3 тонны. Путем инвентаризации с добавлением акта несоответствия по причине порчи продукции проведено списание. Информация о дальнейшем использовании филе неизвестна, из чего следует, что его могли реализовать в торговую сеть без обязательных ветеринарных сопроводительных документов. Управлением Россельхознадзора ООО «Альянс» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Грандиозное событие состоится в Черкесске. С 17 по 20 февраля во Дворце спорта «Юбилейный» пройдут всероссийские соревнования Кубок президента Союза Тхэквондо России, в котором примут участие юноши и девушки, а также юниоры и юниорки. Победители получат дополнительную путевку на первенство России. Данные состязания являются одними из самых престижных в российском тхэквондо. Свое участие уже подтвердили команды из 38 регионов страны. В Ставрополе прошел зимний кубок по футболу среди спортсменов 2016 года рождения на призы детского футбольного клуба «Динамчики». Команда детской футбольной школы «Академия футбола Черкесска» заняла первое место. Кроме того, Аляс Кишмахов и Шамиль Татаркулов стали лучшими игроками турнира. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду, днем в горах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до минус 5, в горах местами до минус 13, на дорогах местами гололед. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавиноопасность. В Черкесске днем небольшой снег, ветер западный 6-11 метров в секунду, на дорогах гололед, а столбик термометра опустится до 3 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!